Когда душа сливается с песней и растворяется в танце. В Курске прошел финал 4-го областного конкурса фольклорных коллективов и сольных исполнителей. Более 200 участников прошли отборочный тур. Среди лучших 22 коллектива. Конкурс проходит каждые 2 года. В нем принимают участие юные артисты со всей области. Каждый – настоящая фольклорная жемчужина, уверяют члены жюри. Ну, конечно, подпеваем. Конечно. Иногда дети исполняют эти песни так душевно, и так интересно, и так вот по-своему, что просто удивляешься вообще тому, как ребенок прочувствовал эту песню, как он ее понял, как он ее пропустил через свою душу, и как он ее выдает зрителям. Просто вот покоряешься тому, как поют дети. Национальные костюмы – неотъемлемая часть фольклорного конкурса. Яркость и богатство нарядов радует глаз. Каждый элемент костюма предугадывает историю русского народа. Самые красивые девушки – это девушки в народных костюмах, потому что это русские девушки.